сгибающие линии или конверты. Для того, чтобы подгрузить на график инструмент Envelopes, необходимо нажать кнопку Индикаторы, Осцилляторы, Envelopes. Технический индикатор огибающей линии образуется двумя средними скользящими, одна из которых смещена вверх, а другая вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка. Чем она выше, тем больше смещения. Envelopes определяют верхние и нижние границы диапазона колебаний цен актива. Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка. Когда под давлением покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений, то есть верхних или нижних границ, они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Соответственно, сигнал продажи возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы. А сигнал покупки по достижению и нижней границы полосы. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.